Всем привет! У нас второй день распродажи в спортзале и переезда. Будем сегодня разбирать зеркало и отправлять. Представляете, отправлять это все нужно будет почтой в другой город, зеркальные стенки. Дима замерз и ждал нас долго. Так я не виноват! Это не ко мне эти вопросы. Это я. Аккуратно, только на полочку не наступай. Артём мне позвонил, сказал, я уже освободился. Друзья мои, у вас что, часы перевели, блин? Это все к Гаусю. Говорит, ну я уже, в принципе, освободился, можешь типа ко мне ехать, за мной забирать. Ну а при этом я же рассчитывала где-то к трём, как он и сказал. Ну я бы домой поехал, блин, задрал бы, я бы уже и поел бы, вот, и переоделся. Вот кому все вопросы. Да. Вот. Аккуратно. Что такое? Бордюр. Да ты что? Я собралась, приехала, а он на меня давай орать. Дима там уже стоит, мерзнет. Да, говорит, ты как-то сказал, что это очень скотина, срочно. Блин. Не, ну ты прикинь, расстояние 200 метров, надо ехать 40 минут. Ну не 40, 30, там 7. 30, короче, 25 минут. Проблемы есть, а шрифа не волнуют. А что ты сюда попёрся? Да мы сейчас едем за прицепом еще, не все ж так просто, малыш. Потом мы едем за лавочками, потом мы едем стекла снимать, везем на новую почту. Нормально. Потом едем ко мне доски носить, и потом еще надо кирпичи перегрузить. Да серьезно? И цемент замешать, залепить. И дом построить. Я вообще жрать хочу, я ничего не ел, блин. Я бы уже поел бы домой. Сейчас Вика тебе купит шаурму. Да, конечно. Нет, смотрю, если где-то есть нормальная шаурма, Дима, с меня. Это кошмар. Да? Ни грамма, блин, на личную жизнь. Вот это связался, блин. Капец, я тебя не тревожил месяц. Да. Ты шо? Вот так вот заведите семейные отношения, блин. Какие семейные отношения? Ты что, сдурил? Чисто по дружбе. Встретились, поздоровались и все. И... Да, да. Надо мне такой семьянин, слышишь? Не говори. Все, блин, на развод. Интересное у них общение. Развод Дима подает. Ты что снимаешь? Конечно. Представляете, как нам повезло. Я знала, что нам понадобится вот такой штук. Это для того, чтобы зеркала перевозить. О, безопасно. Не бери. На тебе перчик. И думаю, где же его добыть? Где же его добыть? Подъезжаю к дому вечером. Смотрю, стоит вот этот прицеп прямо у нас под подъездом. С вот этой... Нет, не с этой. Короче, с какой-то машиной. И ребята там что-то разгружают. И я такая... Говорю, а это ваша штука? Да. А можно у вас ее как-то будет взять в аренду? А он говорит, ну, мы очень заняты. У нас тут это самое... Говорит, если без нас, то можно. Ну, чисто вот эту штуку. Без помощи. Я говорю, без вас. Это хорошо, можно. Я говорю, сколько будет стоить? Он, так что вы перестаньте пачку сигарет. Добро. Сейчас прицепляем. Короче, договорились с ними, созвонились с ребятами. И вот, пожалуйста. Мы приехали уже к Крещатику. И они хотят сейчас вниз его спустить руками. Тормоза, тормоза. Бляха мне. Ой-ой-ой-ой. Я, наверное, буду помогать. Ого! Там машина тебе закрыта, по-моему. Ценные вещи. О, у меня там сумка. Все, иди в машине. А где ключ? То закрой ее. Спросите, что было с прицепом не поехать? Потому что это страшно. Ну, в смысле, прицеп тяжело управляемый, особенно задним ходом. Поэтому можно куда-то не туда заехать. Два раза звонила. Так, мы тут уже немножко поработали. А когда за коврами приедут? 4, сказал. 4? Вика. Несу. Время. Поскольку в 6, да?
запаковали. И теперь будем молиться, чтобы это все довести в целости и сохранности. Одно зеркало в машине, узенькое. Мама осталась там с Сашей. Вот так вот мы и будем ехать, я чувствую, с такой скоростью. Ну, с Богом! Держим пальчики. Ты сейчас забегаешь и говоришь, нам надо отправить зеркала. Куда нести? Хорошо. Бегом. А если говорят, у нас зеркала не отправляют, падаешь на колени. Пожалуйста! Понятно? Да. Наблюдаем за нашим прицепиком, как его там хитает, телепает, и попка сжимается. Так редко бываю в центре города вечером. Так, на обратном пути. Сейчас видит. Ага. Надо заехать купить в Макдональдс, поесть. Хорошо, мальчики, я вас угощаю. Отлично. Или можно по кебабу тут есть. Лучше кебаб. Теперь надо припарковаться жопой. А он не слушается, этот прицеп. О. Жонглёр Дима. Короче, приехали мы на почту, а у них отправка такого габаритного и хрупкого, как зеркало, только до 4 часов. Мы договорились оставить здесь их. Да. Ты будешь снимать? Помогать? Желательно. А что? Ну, бери порточки на диван. Угу. Все лучше, чем на это. Все перенесли, осталось отправить. Отправлять приеду завтра утром. Мальчики поработали, теперь иду заказывать им еду. Я не туда зашла, это пекарня, а мне надо было сюда. Только если можно чуть больше его зажарьте, хорошо? Сейчас попрошу себе без майонеза и кетчупа. Заказала себе маленький, мальчикам два больших. Смотрите, как этот интересный процесс. Я прям залипла тут. Он так все быстро делает. Маленькую без помидоров. Капец. Я это один, это ты взял фотки. Не можешь вообще. Колу взяли Zero Sugar. Не, в машине не хочу нам. В машине, ну будет текти. Да? Да? Ну ладно. Капюшон один. К столу, Димон. Ты бик взяла? На. Еда. Знаешь, куда она пошла? Она пошла вот туда где-то покупать. Я говорю, как это полиция? Говорю, перед нами, если не подъехали после нас. Ну, это... А где мой? И так она пошла туда. Какой маленький я себе брала? Вот это он? Да. Я четко показал. Вот. Я не виноват, что кто-то космонавт. У тебя папа есть, есть. Мама есть. Почему такой злой? Да. Да господи, доберусь я до него или нет? Сказала без не кетчупа. Не с той стороны, стой. Да конечно. Сказала без кетчупа и майонеза, сейчас проверим. Он там их столько делал, такой скоростью, улет. Да у них уже движ, смотри, какой-то все. Вот что надо открывать. Вот там один кебаб.
Люца рядом, возле него тоже кебаб. И вот там еще третий. Нигде очереди нет, только у них. Ну что за кофта? А? Ну все так просто, я думаю. Иди в кадр. Ну что, вкусно? Ну еще не добралась до начинки. Тесто. Там у тебя буряк вареный. И петрушка. Я скажу, что у них тесто прикольное, потому что я недавно как-то меня угощали деликатовским. Такой отстой редкий, блин. Такое ощущение, что ты жестянку жуешь. Да, Тёма, там уже один всего лишь остался. Ну, хватит, выкрути вот тут рукой. Сейчас я выйду. Давай. Да, мама, мы не отправили зеркала. Почему? Но мы их там оставили, завтра с утра. Отправлю. Дай отвертку. Ты же не отвертка. А, вот. А эти же нам надо сегодня отвезти, да? Да, мы же вот это и потому прицеп еще не отдали. Нам надо сегодня отвезти вот эти зеркала, все. Все остальное мы можем перевозить там машинами. Завтра. Так, а я переношу коврики по рукам. Сейчас там девочки занимаются. Оставлю. Все, перебралась я по рукам обратно. Девчонки-то меня узнали. О, здрасте. Вот. И отнесла туда три пары гантелек. Коврики. Нужно еще будет гантелек докупить, потому что и маме нужны, и мне нужны, и не хватает нам на всех. Я в прошлый раз, когда занималась по рукам, без гантелек занимались мы. Вот. А девчонки сейчас, вернувшись туда в наш зал, позанимавшись гантельками, говорят, все, хотим с гантельками всегда. Так что надо докупить гантели. Вижу за Артемом. Отвела его в туалет, он говорит, я сам назад вернусь. Сам. Вот сейчас посмотрим, как он сориентируется. Это не просто. О, сориентировался. Не ожидала. Артём, не ожидала. Вот это да. А, понятно. Я первый раз, когда сюда пошла в туалет, меня кто-то провел назад, я долго шла. Жарко. Так, что, понесли зеркала. Так, да, я у меня контакт. Давайте выносим зеркала. Опять несем зеркало. Что делать со столом? Артем вам нужен стол. Можно вывести в таком состоянии. Я не знаю. А разобрать очень сложно. Ну, значит, если Артем говорит, что может, значит можно. Потому что Дима говорит, что нельзя. Поехали. А Артем говорит, что можно. Поехали. Я себе чуть ноги не отбила. Ничего себе. А как вы собираетесь в двери проходить? Они же на доске. Ну да. Это с Любавы. Мы их вырезали. Со слезами на глазах. Сколько попортили? О-о-о. Я третий где-то там пристроюсь. Когда ты откроешь это? Да. Очень тяжелое, оно очень-очень тяжелое. Молодцы. Фу, горел на воду. Вынесли, а жарко мне. Я. Стой. Чуть-чуть. 40 лет. 40 лет кому-то. Сейчас мы подбиваем тут напоследок. У нас. Так, аккуратно.
Ну, мне давит, тут спинку давит. Аккуратно! Стоять! Что было? Что было, сразу не додумал. Я приехал. Вот теперь сней, чтобы не навернуться. Она очень неустойчивая. Вот так вот один. Поставился, держи, я люблю. Да, нашли тележку. Почти когда все перевезли, нашли тележку. Стою тут, держу зеркало с Сашей. Раз, два, три. В уголочек. Тут сюда, в уголочек. Нет, надо, чтобы один там стоял, потому что... Ну, я держу все. А, ну все. Мама, когда-то наши переезды закончатся, скажи мне. Вика, знаешь, что я тебе хочу сказать? Что? Вот все родители детям доставляют очень много хлопот. Да? Некоторые родители хотят, чтобы копали огород, лопатами, там, чтобы все это, понимаешь? То есть в любом случае они что-то придумают, им что-то все время надо. Поэтому лучше перевозить зал, чем копать огород, чисто тебе скажу. Родители взрослые, это всегда проблема. Это я тебе честно говорю. В любом случае, спроси вот у Артема, понимаешь? Им надо строить дом, но не спортзал, извините за выражение. Ну вот, понимаешь, со всеми родителями проблема. Тут даже гадалки не ходи. У всех так. Просто нужно это принять, этот факт. Да, что делать? Вот такое. Если вам надо пихнуть невпихуемое, обращайтесь. Артем Дмитриевич, он сможет. Я не знаю, назад, как они это сделали, но они даже стол погрузить умудрились. Нет, 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 нет. И лавочки, и зеркала. Тимо, а, иди сюда. На улице уже ночь. Мы приехали в другой спортзал, теперь уже к маме. К маме, к Марьяне. Слышишь, мы же уже не сильно спешим, все равно сегодня прицеп мы уже не отдадим. Отвертеть вот эти, планочку вот эту. Так, а что ж, вы хотите их поставить, их надо прикрутить к стене. Не, ну потом прикрутить, по крайней мере, чтобы на детей не упало. Так а смысл сейчас? А мы сейчас ничего не даст. Оно ничего не дает, вообще вам не тепло. Вы же плотно не поставите туда, потому что оно упадет сюда. Конечно. А как вы его вообще сейчас хотите поставить? А куда вы хотите, чтобы ну поставить? Вот сюда я... Мы наклоним его, вот так поставим. И все. Ну а зачем? Пока так. Если надо, то его надо в стенку прикрутить. Ну надо ж, да. Прикрутить две дырки сверлить. Да, а что там сверлить? У тебя есть все необходимое? Нет, сейчас нет, понятно. Нет, у меня есть. Если ты хочешь, поможешь. Нет, я не хочу. Ты хочешь помочь мне. Каким макаром ставить? Так. Вверх что? Вот вверх. Все. А вот низ, да. Опускай. Вот вверх, вот вниз. А что у меня? Если ты поможешь, то... Ты хочешь вообще, чтобы я домой не пришел? Да не сегодня. Очень ненадежно. Может завалиться. Да такая лажа, вы что-то придумали, я вам говорю. Тем более на этом чуть-чуть угол больше, она соскользнет, дверь хлопнула, и она нахер все посыпала. А что это за доски? Что за защита? Понедельникам посыпала. Это доски сюда, к стенке, здесь же гимнастки. К стенке стойки делают. А-а-а. Им нужна эта стенка, им они нужна не стенка. Могут. Давай просто на пол спустим, я бы прямо... А в понедельник до 7 часов, до 6:30 можно будет прикрутить их? Ты хочешь для прикрутить? Ну да. Я не могу, потому что у меня работа. Завтра воскресенье, послезавтра понедельник. Я завтра набьюсь, в понедельник ничего не смогу делать, только во вторник. Можно. Ну, отмени просто в понедельник тренировку. А зачем отменять? А? Ради чего? Чтобы зеркало ни на кого не упало. Зеркало не упадет. А, у детей. У детей полседьмого. У Марьяниных. Поставить его просто и все. Или давайте сложим... Так их друг... три. Их же три. Три зеркала. Три. Ну... Но это может вообще херня не выдержать, просто три, оно может... Да выдержит оно, или утопит за три. Здрасте. Не-не, вот ребята, это... не рискуйте, поставьте на пол. Смотри, как это оно может не выдержать, там... Бетон. Это на бетоне лежит вот это... Вика, иди смотри там, вот там сейчас разворуют все. Ага, пусть они попробуют его унести, оно очень тяжелое. Хотела сесть в машину, а она на меня наорала. Да, отвечай за ключи. Давай. Ну, пиши. А что так? Открыли. Ну, видишь, оно что-то срабатывает.
что это такое еще? Что-то ты плохо открыл. Ну. Это главное, багажник открыт. Ну, все. Спасибо. За то, что она орала на меня. Куда вы поставили зеркала в итоге? Зеркала поставили в соседний гараж. Ну, серьезно. Да куда? Вниз на пол пока. Что ж ты дуешь все-таки, а? Потому что стекла запотели. Да приоткрой окно. Мне не сработает кнопочка. Почему-то кнопочка не работает. Не работает кнопочка, не работает. Не работает. Кстати, шумоизоляция в этой машине хуже, чем в Opel в три раза. Да? Да. Видишь, какую я тебе классную машину подвинула? А. Что вы думали, мы домой? Нет. Мы снова в Крещатике. Вернулись. Там еще нужно забрать пыли эти. Раздевалку разобрали, теперь ее снова нужно погрузить на прицеп. И отвезти уже Артема на работу в Юго-Западный. А мне завтра в 8 утра нужно... Нет, не в 8. Наверное, в 7:30. Отвезти прицеп. Хер знает куда. Вообще в другую часть города. Ох. А потом... Артем на работе будет в это время. Потом мне нужно будет поехать на новую почту, на грузовое отделение и отправить зеркала. Потом вернуться и отвезти Артема с Димой на рыбалку. Они там будут бухать, поэтому нужно, чтобы кто-то отвез. И потом забрать их вечером. Короче, завтра денёк будет еще хлеще, чем сегодня. Я так хочу спать уже. Я что-то так устала. Больше от вот этого просто движника напряжения в мозгу. Спешим. Не успеваем. Я банан. Я банан. Банан. Я банан. Банан. Чищ банан! Чищ банан! Банан! Чищ банан! Так, мальчики, шевелимся, давайте, расслабились. Слышишь? Давай, давай. Бананчики. Все, здесь? Бананчики. Я устала. Сидеть с камерой, я устала. Я лавочки носила. А все, это вообще... Да, две штуки. Да, две, а большие, трехметровые, тяжелые лавочки. И терпела твои кричания на меня всю дорогу. Вот я и устала. Вот это еще нужно, да, перевести. Все? Я банан. Ха! О, так у тебя камера лучше показывает. Она уже тут час стоит, смотрите. И не знает, что делать. Руки затекли, быстрее давай. Смотри. Димон, есть пиво? Да, ну, отлично. Я сейчас за чипсами еще смотрю. Да. Все равно она не может пустить это, оно как шандарахнет. А с той стороны зеркало. И все. Будет я банан. Сейчас как охрана придет, подаст тебе подсрачников. Ого. Ну все. Завезли все Артему на работу. А и приехали за кофе. Да? Это американо без молока делается. Ты с молоком? Я с виски. А я с капучино. Отойди назад. Клювик сейчас приклюю. Я уже пошли. С капучино. Что такое? От комаров? Ну, вообще-то это похоже просто на этот... Колонка? Колонка, да, глюканула. Да? Противный ее призыв. Ужас. Мальчик, как это сказать? Ты бы открыл машину, проветрил ее, чтобы она не... Ну, дверь открыл и...
Подписывайся на канал Виктория. Вот так надо сказать. Фу, ну давай. Нет, да, надо. Давай. Приготовься. И подписывайся на канал Виктория.